старости нашей. Боже милостивый, будь ко мне. Господи Иисусе Христе, Боже, молитва пречистая Твоя Матери всех святых, помилуй нас, помилуй. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущего гробе животного льва. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущего гробе животного льва. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праву сущего гробе животного льва. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Святому Духу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети сыны немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть царство и сила и слава в веки веков. Восстав после сна мы попадаем к Твоим стопам благи, и ангельскую песню приглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу. Спасти нас, над поднявшими, Господи, умы просвети сердце. И открою стану, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется влияние каждого народа. Со страхом воскликнем, помни, свят, 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 Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получался Слово Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открою самое, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне всегда и во веки веков. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и пойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю Богу нашему. Господу воздаю, кровь моей, и Он услышал меня, Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, что прибавит тебе язык лукавый, расширенные стрелы сильно, горящими углями, кто я мне, что я пребываю у мозга, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговорю о них к войне. Возложу очи мои в горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он погребаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит, хранящий Израиля, Господь хранитель твой,
Господь, сень Твоя, справа руки Твои, днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь, сохрани Тебя от всякого зла, сохраните душу Твою, Господь. Господь будет охранять рождение Твое, рождение Твое, отныне и во век. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим, Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно. Я Господь колено Господне, по закону Израиля славит имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие вообще в кругу Твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю благо Тебе. Тебе возложу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господь их. Так очи рабы на руку госпожи ее, под очи нашему Господу, Богу нашему. Доколе Он помилует нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением, обновлением и уничижением от Бога. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с вами, когда восстали на нас люди. Но живых они поглотили, то живых они поглотили бы нас, когда разгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей, прошли бы над душою вашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нам добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих сет распорта, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, я бы никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергайся суждению, открыть мои достойные уста. И восхвалить Святое имя Твое, Отца и Сына Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Поста посна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, припадаю стопам Твоим, взываю Тебе. Не дай мне уснуть духовной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшись. Скоро подними меня, беспечно лежащего, спаси меня, старший пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день Христе Божий. И спаси меня. Владыка человеколюбец, сам после сна и помилосердию Твоему, принимаю за угодно Тебе дела и молюсь Тебе. Помоги мне во всякое время, во всяком деле, избавь меня от всяких мирских злых дел и от дьявольского действия, и спаси меня, люби в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец, всякого блага, источник, податель, Тебя вся моя надежда, и Тебя прославляю теперь, всегда и в веки вечные. Аминь. Господи, сохранивший по обильне своим благости, великому своему милосердию, рабатывая в прошедшее время, для того, что отразившее нападение дьявола, Ты сам, Владыка всего мира, достойный меня при свете Твоей истине, с посвященным сердцем, с планом воли Твоей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил, бесплодный, всякий плотный, на высотах небесных живущих, озирающих, дозы, наблюдающих за ним,
сердца и помыслы ясно видящие тайны человеческие, безначальный вечный свет, который не имеет изменений в силе и не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам бессмертный царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время написано, обидя сострадание, которое приносит нечистый путь. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, сознательным или несознательным. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. Дай нам бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь в вечной жизни. В ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, так да общий себе определится слава и каждым по делам Его, да найдет у нас недержащие, не сонные, но бодрствующие, и поднявшимися среди исполнения заповеди Его, и готовим войти с Ним в радость, божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих и сказанных, которые сафарили, потрясенный свет, посвящающий весь мир, и тебя воспевают все творения, на веки вечные. Я благословил Всевышний Бог, Господь, вместе творящего с нами всегда великие непостижимые славы, и ужасные дела, которые мы числа, а нашего отцом для облегчения немощи нашей. И для отдыха трудов много утвержденных вот. Благодарим Тебя за то, что не погубил нас беззаконием нашим, но проявил, как обычно, человеколюбие и возбит нас, лежащих и мучителей, чтобы словословие держало. Поэтому молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи и наше тяжко основенности восстали. Открой наши уста и вспомни их хвалой Тебе, чтобы мы могли непоколебимо петь и исповедить для вас все на всех прославляемых Бога. Безначально Отца, Святого, Сына, со всеми благими, творящими Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Остывая благодать Твою, Владычица, молю Тебя уму, исполни благодать Твою, наставь меня идти прямо к Твоему Христову и заповеди. Бодрствовать в тени, укрепи, отгоняя сомнения, связанного сетями, грехопадением, мольбами Твоими, разреши же для небесной ночью и днем, сохраняя меня, избавляя противоборствующих и врагов. Жизнодателя Бога родившая, оживи меня, душу на осветшую, просвети. Помоги мне чертог владыки, храм Духа Святого, соделай меня. Врача родившая, уврачу души на многолетней страсти, во время житейскими бурями, по пути покаяния направь, избавь меня от огня вечного чрева злого и тата, чтобы мне по имени Бога и греха не оказался на радугу весом. Молвь себя в меня, отдышавшего от нечувственных совершений для меня порочного. Непричастным всех мук и вины и воды по всему. Достигнуты небесного веселья со всеми святыми столами, Пресвятая Дева, услышь голос непотребного раба Твоего, дай мне успею слез почистить, души на скверно очищающую. Стена на сердце приношу Тебе непрестанно, на сердце Владычица. Молебную службу мою прими, и Богу благоудобную принеси. Превыше всех ангелов, превыше земного состава содел меня. Светоносный покров небесный, возожги духовную благодать во мне. Воздеваю руки и уста для похвалы оскверненной, скверной, с непорочной, от разливающей души их делать башню, стал усердно умоляю, которому честь и поклонение подобало ныне всегда и веки веков. Но на милости усилившись вы, Бог мой, Господь Иисус Христос, по своей многой любви сошел на землю, воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то не будет благодать и даром более дела. Ей многие в щедротах винили лечение в милости, ибо ты сказал, что верующий меня чист будет и не видит смерть в веке. Так, если вера в тебя спасает, отчаявшись от веры, спаси меня, ибо ты Бог мой создание. Вера же вместо дел, даже видишь, его любовь, потому что совершенно не найти дело, правдающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит, причастником славы и вечной.
И да не похитит меня сатана, не похвалится слово, что оттот меня твоей рукой отрадит. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо ты, Бог, очрел матерь моей. Сподоби меня, Господи, возлюби тебя ты также, возлюбила когда-то свои тайны, грех. И чтобы снова потрудиться к тебе обезделением, сердцем, как прежде потрудился в стране помещающим. А особенно же потружусь для тебя, Господи, и Бога моего Иисуса Христа. По всей дни жизни, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Что ангел поставлен в тонком бедном духе несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за милость державным телом. Не дай возможность злому демону починить мне сердце возлагаемого этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую мою, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не промывать Бога никаким грехом. Молите меня, Господи, чтобы Он ходил меня страхи своими, сделал меня рабом достойным своей милости. И святая Владычица моя Богородица, своими святыми, всесильными молитвами, отгонит меня смиренного несчастного раба, он жизнь о забвении, неразумном дорогим, о количестве, лукавой кухни, полностью закаянного оно, сердце, помраченного мамой. Погаси пламя моих страстей, ибо и у Бога несчастье, не сбавь ни многих пагубных воспоминаний помыслов. И освободи меня от всяких злодеяний, как я благословляю сироты, почисть твое имя, твое славится, Владыки вечные. Господи Иисусе Христе Боже мой, и от нас, и стоимость рабов Твоих, усердное сие моление, прости нам все согрешения наши, помяни всех рабов наших, и ненавидящих и обидящих нас, и не рождай им по делам, и по великой Твоей милости, обрати их, неверных правоверия, благочестию, верных, чтобы уклонялись от зла и творили добро. Нас же всех и церковь Твою святую, всесильную Твою крепость, от всякого злобства и милости Твоей пары. Отечество наше отличие безбожников от власти и господи. Верные же рабов Твоих, скорби, печали, день и ночь, вопиющих Тебе много болезней, и слова не слышишь. Милостивый Боже наш, извини застынной жизни, подай мир и тишину, любовь и утверждение, скоро примирение людям Твоим. Которых Ты чистую Твою кровь не искупил, но осыпившим от Тебя и тебя ищущим будут явы, чтобы ни один из них не погиб, но чтобы всем спастись. И в разум мысли не прийти, чтобы все, согласно единомыслию, непрестанной любви, прославляли Пречестное имя Твое, великодушное, безбоговое Господь, по веки веков. Аминь. Моли Бога мне, Святой Годник Божий, и говорит, помою усердно к вам будет, я скоро помощником молитвы на могущих наших. Богородица Дева радуйся, благодатна, моя Господь, благословен на пенеку и родным, благословен плоть, и вот я. А Батыр для вас спасителя душ наших, спаси Господи людей Твоих, благослови достояние Твое, дар и победу над бесами православных христиан, Христом Христом. Помни, Господи, все Боже наши, от века бывшей Твоей милости, проявленном Тобой сострадание, по которым Ты очеловечился, и Твой любил распятую смерть, ради спасения истинно верующих в Тебя. Ты воскрес из мертвых, поднялся на небеса, сидишь по правую сторону Бога Отца с любовью, склонившись смиренным молитвам, призывающих Тебя всем сердцем. Склони ухо Твое, услышь смиренную молитву мою. Недостойного раба Твоего принесающего Тебе эту благоуханную духовную жертву святых людей. Прежде всего вспомни Твою святую соборную апостольскую церковь, которую Ты искупил своей драгоценной кровью. Утверди ее, укрепи, расширь, увеличь, умолвери и непобедимую пресел ад навеки сохрани. Пиши церковные разногласия, бесидические гонения, позиционные ереси, быстро, строки, ничто, обратим. Подари в российской стране мир и благочестие, чтобы и мы среди их забор шли тихую и спокойную жизнь. В истинно верю,
всяком более чистый и чистый. Я спросил, Господи, помилуй страну нашу российскую, православных людей, России, в Отечестве находящихся. Обрати страну этой власти, ее спаси, Господи, помилуй святейших восточных патриархов, православных. Митрополитов, архиепископов, епископов православных, братьев наших священников, священных монахов. И весь церковный притч, который поставил после словесного креста, говорит, молитва, спасибо и помилуй на грешке. Все Господи помилуй моего духовного отца. И за святые его молитвы прости мои согрешения. Спаси Господи и помилуй всех верующих тебя победить, покаянием верующих, родителей наших, братьев, сестер, родных. И все близкие к нам людей, поплоти из рода нашего, и друзей. И дары всем верующим, произвели небесные блага, а не верующим все то, что приведет их к покаянию. Спаси, Господи, помилуй старых, юных, сирот, вдов, находящихся в болезни, печали, бедах, скорбях, опасе, комиссиях, на заточениях, особенно же рабов и преследований тебя, верного, храма, знающих и беспорных, еретиками и отступниками всех их вспомнил, посетил, прибил, ты ожидал им силы, то есть скорое облегчение и освобождение Божьего. Спаси, Господи, за свою послугу, путешествующих отцов и братьев наших. И всех православных христиан, спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обижающих, нападающих на меня, и не погубив из меня грешных. Отступивших от православной веры, влюбленных погибельными и ересями, просите светом богопознания. И присоедини Твоей Святой Соборной и Апостольской Церкви. Вспомни, Господи, и веселившихся из этой жизни благочестивых царей и святейших патриархов, просвященных митрополитов, архиепископов и епископов, а также послуживших Тебе священником, монашеским ученикам. И упокой их со святыми Твоими вечных происхождений. Вспомни, Господи, Духа, скончавшихся рабов и родителей всех родных поплоти, прости все совершения всевозможного вольных и невольных. Дары им царство и участие наслаждением вечным благом Твоим бесконечным благами жизни. Вспомни, Господи, всех скончавшихся с надеждой воскресения жизни вечной, отцом, братьев и сестер наших, всех православных христиан, сильнее со святыми Твоими туда, сияя свет лица Твоего, а нас помилуй, как благой человек и любви. Дары, Господи, прощения грехов, сопряженности, себе, надежды, воскресения жизни вечной. А сам братьям и сестрам нашим сохрани вечную память, вечную память, вечную покой. Боже, милость и будь нам не грех. Даешь меня, Господи, помилуй меня, числа и согрешил, Господи, помилуй и прости меня, грешно. Святися, святися, новый Иерусалим, слава Господня тебе Василия. А легко они не веселись, а сегодня ты же чистый, просвечивая здоровье себя во старом между столах его. Слава Святому Святому Духу, и ныне и присно, и во веки Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, Иисус Христос, Сын Божий. Молитва ради почистия Твоей Матери, Сила Честного, Творящего Христа, Святого моего хранителя. И всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, два, и человека любит. Доброе утро. Игнатий Тихонович, наставление, поклон. Наставление первое, да, чтобы выключали. Вот Надежда, она кашляет все время-то, она не отключает микрофон-то, а потом переживает. Покажи, расскажи, какую нажать ей надо. Слева вторую. Слева вторую, чтобы микрофон был перечеркнут. А, она вообще отключилась. Слушай. Так. Это не я кашлю, Вовсе. Это Глушков кашляет пару раз. Это другие кашляют и чихают, и все. А я вообще не кашляла сегодня. Да не оправдывайся, выключи совсем. Ну даже здесь ты не можешь утерпеть. Ну зачем же это?
Так, мы рассматриваем сейчас, что говорит нам Священное Писание, называемое Словом Божьим или Святой Библией, дабы молитва наша соответствовала тому, что Господь говорит. Есть один стих, у нас в храме он на стене изображен. «Кто отклоняет ухо свое от слышания Слова Божия, того и молитва мерзость». Так если по этому стиху брать, 28:9, притча Соломона, так мало молитв доходит до Бога. Православные сплошь и рядом пренебрегают Слово Божие и не знают. А вот сказал кто-то что-то, он будет что угодно говорить. Но Бог-то будет судить по Слову Божию, а не потому, что вы тут придумали канонизацию. Мне один подсовывает, и да, а вот видишь, вот Ксения Петербургская, она после гибели мужа надела его шинель, мужскую одежду, а по Библии нельзя. А церковь по-другому рассудила. А вы что тут придумываете? Кроме того, она имя себе заменила на мужское, то есть рехнулась бабка совсем. Стала Андреем называться. Ну и дальше-то что? А где Библия? Он вообще не рассуждает, учит людей, сидит. Как учить-то ты можешь, вопреки Слову Божию? Ты умирать-то не думаешь? Куда тебя повлекут демоны? Бог говорит четко и определенно. Евангелие от Иоанна 12:48. Эпиграфом жизни взять необходимо. Я, говорит, Господь, не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Оно. И по нему Бог будет судить, вопросы задавать. Вот главный мандат, с которым мы явимся перед лицо Божие. Она переоделась. Да за одной это уже ее сторону. Она уже вне церкви. Она восстала против Слова Божия. Второзаконие 22:5. Не одевайтесь, женщинам, говорит, мужскую одежду, мужчинам, женщина, это мерзок перед Богом. Мерзавка. Не святая, а мерзавка. Вот как должны были рассудить. И все на этом. Нет. А вот интересно, вот она, да каждый выкаблучивает, что хочет. А юродиво, ему можно все делать. Что угодно. И материться, и все это будут толковать как надо. Дурь одна. Мерзость перед Богом. И молитва такая. Кто отклоняет ухо свое Слово Божие, молитва того мерзость. Молитва, храмовое служение, все может быть мерзостью. Я ни одного слова не добавляю здесь. Бог говорит, запишите вот это себе. Все сектанты, по Слову Божию молиться, по Слову Божию. А Василий Великий говорит, мы совершаем крестное знамение, орудие, которым погублен дьявол, то есть разбит на голову, а вы его убрали, то есть еще запустили мысль. Это дьяволу выгодно, когда люди не совершают крестное знамение. Ты испытай его силу. Да, не написано, но в церкви всегда это было. Всегда, с первого века. Даже Кама Гридеши, Генрика Сенкевича книга. Я первый раз увидел ее у баптистов. И гляжу, там замазано. Замазано аж вырвано. Я говорю, а что здесь написано? Да вам знать не надо. Ну как не надо? Тут написано, Петр шел и дальше что? А там написано, Петр шел и благословлял крестным знамением. Они как огня боятся этих слов, крестного знамения. Это демоны боятся и сектанты. Молитва того мерзость. Почему? Знамений наших мы не видим более. Везде знамения определенные. В армии, в одной армии так честь отдают, другой по-другому. Но обязательно есть что-то. Движением руки показывает, приветствие, поднимаем, машем. А это что такое? А это обряд. Так у баптистов обряд. Глаза зажмурил, встал на колени. Это обряд. Ангелы нигде этого не делают. Итак, о Библии. Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать... И постоянно твердить о том, как восклицал святой Кирилл Иерусалимский, кавычки. «Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне». Иоанн Златоустый же говорит, чего нет в Библии, о том и не рассуждаем. Вот чтобы вышел священник, архиерей, вот эти слова сказал. А как он скажет-то? Слова не сходятся с Библией. В первую очередь, народ должен сравнивать, к народу же обращается, он должен знать Библию. И должен слышать, что говорит, и сразу, чтобы внутри сработало. Это неправильно, это не по Слову Божию. Хоть что ни говори, священник, спаси Христос, спаси Господи, батюшка, спаси Господи. А он в это время говорит, не забывайте, покупайте там свечи,
Поминальники записывайте. Сейчас придумали они, как с каждого имени, которое запишешь, деньги. Поминальник записать с имени с каждого. То есть они не знают, где деньги взять. Целый реестр разработали, хоронят человека. Я и не знал. А там мне брат священник подсказал, говорит, ты просто не вникаешь в это дело-то. Вот если привезли хоронить, как обыкновенно, внизу, вот в Покровском соборе у нас, Серафимовский предел, туда заносят гробы, ставят и отпевают. Священник сказал, а крещен он был? Ну, одно слово, крещен. Человек даже не знает этого слова, он отвечает, ему сказали, не вздумай сказать, не крещен, поп отпевать не будет. А не будешь отпевать, покойник будет являться. Замучаешься тогда. Крещен. Уже дальше не спрашивает, ходил ли он в церковь? Нет. От чего умер? По пьянке в блевотине задохнулся. Да вот эта я, мать, виновата. Дома не была, не опрокинула его. Обычно дома была. Да он был хороший. Один раз он рубль дал. Сказал, свечку там поставь. Другое. Идет, свечей набрал, охапку. И все перед ним, разойдись, разойдись. А его сестра в хоре работает. Работает. И она говорит, что делается. Они сегодня ночью ограбили большой магазин. И он дал слово, что если удачно ограбят и не поймается, то он купит 150 свечей. И он купил их. Но почему? Да это 0,5% нет того, что он своровал. А бабки перед ним, и он как корабль. Идет, все раздвигаются. И все. Это мерзость, одна мерзость. Чтобы узнать, что у Библии нет, о том не рассуждаем, Библию должны знать и рассуждать. А сегодня делают все возможное, чтобы люди не знали содержание Библии. Когда священник, выдавая себя за оракула, за изрекающего истину, вопреки Писанию, губит и себя, и доверившихся ему слепотствующий народ. Согласно словам Божьим, священник должен учить народ во время и не во время, кавычки, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4:2. И если священник не учит народ, как должно, он суть идол, говорит святой Василий Великий. Идол. К идолу подходишь, в руки лодочки, благослови. Если он не учит, то народ, а он что будет учить-то? Священник также одет по злощенной одежде и также безгласен. Святой Иероним говорит еще строже, что если пастырь поступает на соблазн и не учит, он суть антихрист. Если бы народ знал Священное Писание и мог проверять все сказанное пастырем, сходится ли сказанное со Словом Божьим, большинство архиереев и иереев лишились бы своей кафедры сегодня же. Писанных постановлений нигде нет. 3 Ездра 4:23. Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. А высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 2:13. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Иеремия 23:29. Итак, велико значение Библии в очах Божиих, что он и молитву тех, кто не слушает сказанного в ней, не принимает и посчитает за мерзость. Притча 28:9. То, что скажем мы в судный день, когда по этой книге будут судить всех, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Коринфянам 5:10. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. Откровение 14:6. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание,
Дар ревности любит дух, живущий в нас. Иакова 4:5. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу. Некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15:34. Извращение смысла Писания, толкование по своему разуму смертельно опасно. Тут все 100% сектантов попадают под это. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофею 3:16. И написано все нам в наставление. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Для нас, достигших последних веков, написано, все это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Слово истины свободно и самовластно. Истина посылается от Бога. И нет иных доказательств, помимо самой истины, которая есть Бог. Иустин философ. Кавычки. Когда начинаешь читать или слушать Священное Писание, помолись Богу так. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи моего сердца, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, что просветил Твой ум и открыл Тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждению. Ефрем Сирин. Вот как хорошо быть православным. Ничего не надо выдумывать, достаточно знать толкование и все. У сектантов всю жизнь живут, вот собираются, а ты как Ваня, а ты как Маня. И они, Ваня, ничего не могут. Они не знают, и сколько голов, столько умов. Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому и заповедано нам изучать Писание, изучать, что многое, с первого взгляда показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум. А при внимательном чтении и душа как бы вступает в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог. Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия. Не только дома, но и совершая путешествие, или находясь в многолюдном собрании, или занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении. В Священном Писании бездна вопросов, поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешение их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. Не спорь со Словом Господним, иначе погибнешь. Читай Библию, и тогда ты едва спасаешься. А если ты ее продаешь, то не отдаешь ли свое спасение? Ремесленник продает ли свое орудие труда? Храни Священное Писание. Будем приобретать священные книги. При взгляде на Евангелие душа очищается. Если не понимаешь, все равно читай. Невозможно спастись тому, кто не читает Священное Писание. Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол. Незнание Писания есть великая стремнина возникновения ереси. Чтение Священного Писания укрепляет в печали. Придя из церкви, возьми в руки Библию. И даже не имея толкования, читай. Не любящий Слово Божие скотоподобны, то есть скотина. Без Писания не спастись, а у русских тысячу лет христианство и Библия все еще не переведена была. Писание знать – основа жизни. И дома после еды возьми Священное Писание, научайся, чтобы душа не вознеродела о своем спасении. Любовь к Слову Божию – это лучшее доказательство благоустроения душ. К
как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сонлив, не блуждай мыслью на стороне. В одной букве, слоге, глубокая мысль. Сам царь римский не может дать закон персам, а апостолы дали закон всей вселенной и на все времена. Кавычки закрыты. Это все говорил Иоанн Златоуст, том 1, страница 666, 802, второй том 331, третий 54, 108, 181, 409, четвертый 49, 80, 195, 373, пятый том, 207 страница. Вот откуда все это взял я. Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, да не надмевает тебя помысл. Все Писание учит смиренно мудрию. Не утруждай себя чтением, за которым не следует дело, потому что закон выполняется только делами. Ефрем Сирин. Если не полюбишь блаженных и подлинно божественных слов Писания, уподобишься скотам несмысленным и бессловесным, как из желания поддержать жизнь, едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости, говорит святой Нил Синайский. Все на этом. Я сейчас закладку сделаю. И отключу. Слушайте. А что, молитв не будет? Буду. Начитывать буду события дня. Это очень важно. Сто поклонов. Давайте сделаем, знаете. Так, сейчас 100 поклонов, да. Сейчас будем 100 поклонов молиться. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Владимира Максима, диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта Франциска, Корнилия, Александра Пасху и Диодора, и весь священнический иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, и через них сотвори благое церкви той Владимиры, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Радогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. А нас научи ценить это мирное время и приготовь землю сию к великим и грозным испытаниям за отступничество от Тебя. Слава Тебе за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, Христе Боже наш. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для себя, Господи, пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров, нечистой силы и потопления. И сохрани нам наши труды там. Пошли добрых жителей, знающих закон Твой. Детьми, и сохрани школу, и живущий благослови Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира и Никиту. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чадок Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Летину. Расширь пределы наших общин и побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чадок Валентина, Алексея, Валерия. Валентину, Нину, Надежду, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и семейство их. Я от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. На врагов воззри, Господи, разруши их замыслы против истины, закрой их лживые уста, примири с нами. И в судный день не помяни их безумие. Благодетели наших благослови, воздаем добром Елену, Максима, Владимира,
Евгения, Евгения, Наталья. Господи, исцели болящих, пошли им силу все перенести. Сергея, Алексея, Александр, Александру, Калерию, Акелину, Марию, Антонину. И нас помилуй милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо все свое время по воле Твоей может сделаться полезным. Аллилуйя. Сохрани это наше сокровище, сайт и форма, что здесь есть и трудящийся Игоря, Сергея. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и упокой в обителях небесных усопших, отец и братья наши, с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечно, отошедшая от жизни всей, родителей, сродников, всех православных христиан, и сотвори вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. И вечности воздай добром Марии Михаилу Анну, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать и каждому дары жилья Сергея Гавриилу. И сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, укрепи народ Твой, Господи, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. И обрати на путь истины нас так. Александра, Германа, Светлана, Юрия. Не знающих Тебя приведи, Господи, к покаянию. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Усин, философ. Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик.
Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон. 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру, и страши родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Прем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков развей и в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина, Самарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Лена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юник, Киприяна, Устина, молите Бога о нас. Дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Исправь непокоривость Галины, семейства и Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Юлия, Людмила, Галина и Анна. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернее благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни, Господи, молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес! Воскресе! Ну, сейчас я отключу, я один, надо будет настроить, и сразу потом подключать буду вас. Кто желает, останется.